А вы посмотрите, сколько у нас интересных музыкантов собрались! Лидия! Смотрите, вот какая у нас штука веселая есть! Это не профессиональные исполнители. Развлекают людей по собственной инициативе, рассказывает сочинец Константин. С помощью музыки и на словах друзья делятся с окружающими праздничным настроением. Я вообще желаю в этом году всем ребятам, всем моим друзьям, знакомым и близким огромного прекрасного настроения, счастья. Главное – здоровье и всего самого лучшего. Ну и козлов там не встречать не надо. Новогоднюю ночь на площади флага собралось несколько сотен сочинцев и гостей курорта. Влюбленные пары, семьи с детьми и компания друзей. Всем понравилось. Мы гости в городе. Нам очень понравилось. Здоровья всем, счастья всем. Чтоб Новый год был еще лучше, чем 14 год. Больше прогрессии, больше движений в этом году. И вот, наконец, полночь и праздничный салют. Радостных эмоций никто не скрывал. Анатолий Пахомов поздравил сочинцев и гостей курорта с наступившим 2015 годом. Новогоднюю ночь глава города по традиции проводит на празднике на главной площади курорта. Хочу от всей души поздравить сочинцев, всех гостей нашего курорта с новым 2015 годом. Уверен в том, что он будет также наполнен очень интересными событиями. Он продолжит все то, что мы начали в 2014 году. Праздник прошел на нескольких площадках Сочи. Во всех районах народные гуляния проходили у наряженных елок. В новогоднем оформлении улиц преобладают снежинки и звезды. Кстати, звезды останутся украшать город до 9 мая. Празднование 70-летия Великой Победы. Сочинцам всем счастья, мира и добра. С Новым годом всех! Ура! Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.